Здравствуйте, в эфире Самоделкина и компания. А кто у нас Самоделкина? Марина. Здравствуй, да. Здравствуй, Марина. Сегодня мы с вами будем делать цветы из салфеток. И мне помогут мои маленькие самоделкины Беатрис и Эля. Ну-ка, давай-ка поглядим, как это делают. Для того, чтобы сделать наши цветы, нам сегодня понадобится 3 салфетки бумажных. Нам понадобится фломастер любого цвета. Нам понадобится вот такая палочка, которая называется pipe cleaner. И нам понадобятся ножницы. Итак, мы начинаем. Ну, все сам да сам. И давайте начнем с наших салфеток. Салфетки мы сложим. Мы должны сложить салфетки вот так. Давайте мы их сложим вот так. Вот наоборот. Нет, немножко не так. Вот так. Вот так. 3 салфеточки. А мы положили наши салфеточки вот таким образом. Шов должен быть внутри. И мы, чтобы шов закрытый был с одной стороны. А теперь мы берем ножницы и отрезаем самый кончик салфеток вот так. Отрезай вот с этой стороны. И отлично, Беатрис. Правильно, Беатрис отрезала правильно. Отлично, все хорошо. И вот у нас теперь получилась такая книжечка. Вот такая книжечка у нас получилась. Теперь нам нужно взять фломастер. У каждого из нас есть фломастер, да? И мы начинаем раскрашивать вот верхнюю часть, только верхнюю часть. Вот так мы раскрашиваем. Потом открываем книжечку. И делаем это на следующей странице. Вам будет казаться, что из этого ничего не получится, но могу вас уверить, что через несколько минут вы сможете увидеть результат своего труда. И вот что у нас получилось. Теперь мы все это складываем аккуратненько. Начинаем вот так мы делаем гармошечку. Отлично. Все хорошо, мы сделали. Теперь нам Беатрис покажет следующий этап. Мы должны это завязать вокруг. Так, мы берем палочку. Мы берем палочку и завязываем очень туго вокруг, посередине нашего цветка будущего. Теперь мы отрежем то, что нам не нужно. И, Элечка, ты возьми и сделай так, чтобы оно было потуже. Мы будем этот цветок открывать. Мы берем каждый слой. Да, каждый слой тоненько, аккуратненько. Мы открываем.
По-моему, мы с вами очень хорошо сегодня поработали. Посмотрите, что у нас было в начале. Давайте мы покажем нашим телезрителям, что у нас было в начале. У нас была просто салфетка, белая салфетка. И посмотрите, что мы сделали. Покажите нашим телезрителям, что мы сделали из этой салфетки. Вот еще вот такую же. Девочки, give me five. Пожалуйста. В следующий раз мы будем делать с вами вазы из вот таких бутылок. Спасибо. Вот это цветочная поляна. В следующий раз приготовьте пластмассовые простые бутылки. Из них мы будем делать вазы. Там будут лежать конфеты. А, ну пока.